Я никогда не пишу сценарий. Я не думаю, о чем я буду снимать видео. Я просто включаю камеру и снимаю. Алания моими глазами. Реальная Алания. Жизнь в Турции. Видео каждый день. Приятного просмотра. Всем привет из Алании, друзья. Среда сегодня. Каргыджак. Это мое любимое море. Каргыджак и Тосмур обожаю. Клеопатра у меня потом идет. Людей. Ну, здесь дикий пляж, здесь людей немного, а по пляжам всем, где есть отели, через день, может, через два будем видосики смотреть. Прошелся, показал некоторые пляжи Махмутлара тоже, ближние к Каргыджаку. Сейчас где-то градусов, я не знаю, 28, возможно, воздуха, температура, но это уже почти вечер, начинается закат, как уже скоро. И я вот хожу, думаю, как мне померить воду, вода. Мне кажется, ближе к 28 будет, потому что теплая, идеальная, вообще классная водичка. Когда опускалась температура с 30, мне казалось, 28, вода холодная. Сейчас она мне реально... Мне волны сильные, с камеры я все-таки не пойду, чтобы ее не угрохать. Поэтому сейчас я, наверное, куда вас нацелить? Сейчас я вас, наверное, куда-то нацелю, мы пойдем мерить температуру воды. Я пойду, вернее. Поплаваю с градусником, чтобы надежно, все четко, прямо и на глубине, и везде. А то некоторые не верят, что вода здесь такая же, как там, через 50 метров. Поплаваю, наверное, и потом я выйду, и вам честно скажу самую реальную, самую настоящую температуру воды сегодня в море в Алании. Вот такие вот маленькие волночки. Можно сказать, что их нету, это мелочи. Температура, сейчас он адаптировался здесь. Ну да, 28, даже 28 с небольшим. Сейчас, друзья, я какое-нибудь место выберу, куда вас поставить. То ли на солнышко, чтобы вы смотрели, наверное. Все, вот так вы пока любители заката, наблюдайте закат, а мы идем мерять температуру воды.
я вернулся. Сейчас у меня руки обсохнут. Вода 28, четко 28. Не случайно она мне показалась прям теплой-притеплой. Вода 28. То есть, ну, можно допустить, что где-то она, может быть, будет сегодня 27,5. Но, в принципе, я думаю, на Клеопатре 28 будет. И во Всаларе. 28 четко-четко. Я много раз доставал, смотрел, опять плавал. Я этот закатик могу подрезать, но не буду этого делать, потому что любители заката есть, и довольно оно классно получилось. Итак, друзья, вода 28. Самая реальная температура, самая честная. Но там, где, конечно, впадение каких-то рек, типа Димча или еще что-то, там, возможно, попрохладнее она будет. То есть я допускаю, что в Тосморе возле Димча сегодня водичка чуть-чуть попрохладнее. Но, в принципе, по большей части району 28. Иду сидеть в море. Сегодня, похоже, закатик будет неполноценный, потому что там пелена каких-то облаков, наверное, прям под солнцем они вот с морем сливаются, вам не видно. И солнце войдет в них, наверное, и на этом закат сегодня закончится, к сожалению. Все, сегодня у нас, я число не помню, сегодня среда, 28 температура воды в среду, и это теплее, чем было вчера и позавчера. Кстати, вчера вода была, ну правда, я купался в Тосморе, вода была реально, ну просто холодная. Ну для меня, я понимаю, что она не могла быть ниже 27, допустим, где-то, да, но для меня она была реально прохладная. А сейчас я просто зашел, я сразу ощутил, люди вот тоже заходят. И они сразу ощутили, что вода именно реально теплая. Вот солнышко сейчас погрузится туда. Вам будет казаться, что оно в море ушло, но то не море, а то там, что вам видно, тут сейчас приблизим. Видите, там вот туда оно уйдет, в эти облака темные. Ну вот, в принципе, и почти весь закат мы с вами посмотрели, можно сказать, поскольку он неполноценный. Если бы он был полноценный, солнце еще минуток 10, может быть, пока прошло вот те бы темные облака, еще бы закат продолжался, оно бы садилось. А так получается, сейчас оно туда погрузится и все. Всем привет, кто любит пляжи Каргиджака, вот это место, пикниковая зона, где. Сейчас я еще, если полчасика поплаваю, то когда я уже выйду с моря, здесь будет, фу, брызги окей, здесь будет холоднее. То есть с моря сейчас мне будет тепло, но потом, когда я выйду здесь, я немножко подмерзать буду. Потому что будет температура воздуха, может быть, градусов 26-27, не больше. Потрясающее море, друзья, у меня нет... Не хватит слов восторга, чтобы описать, какое классное море сейчас. Все, солнышко ушло, и это вы видите уже. Свет от него, оно уже там, в этих тучках. Среда сегодня, и так еще раз Каргиджак. Аланья, температура воды у нас 28. И это хорошо. Не дай бог, чтобы она продержалась 28 как можно дольше. Желательно весь октябрь. Все, пока, всем не забывайте про лайки. Всем хорошего отдыха, кто здесь, кто сидит на чемоданах, многие, кого я знаю, скоро-скоро стартанете и будете наслаждаться морешком. Пока всем!